Всем привет, дорогие друзьяшки, с вами Леон и Сенкул. Господи, что происходит с моими спектрами голосов? Всем привет. На выборах. Короче. А что происходит с голосами Леона на выборах? Смотрите на канале Навального. Короче, у нас сегодня, походу, симулятор градостроительный и по совместительству управленческую модель это поведения. Это либо Монополия, либо SimCity, я пока не решил. Мы сейчас будем играть за мэра, за президента этого города. Президент этого города. Это как президент землетрясения, только мэр города. Короче, неважно. Вот. С политики это когда няшки что-то сжигают. Так, с политики. Слушай, это очень миленько, надо взять на вооружение. В общем... Смотри, а тут акулы плавают. Ты уверен, что это акулы? Мэр, нам нужно бороться с акулами. Мне кажется, это не акула, это скала. Это скали. Ну пусть это будут акулы. Акулы это прикольно. Че лучше, акулы или скалы? Ребят, напишите в комментариях. Да, голосуйте. А в че лучше убийца? Об акулы или об скалы? Все равно ваш голос ничего не значит. Это жестоко, это очень жестоко. Ладно, ладно. Так, ну что, короче, как вы уже догадались, это макет большого города. Большого такого города. Ах, как хочется ворваться. Ах, как хочется вернуться в городок. Помните? Раньше такая передача была. Конечно, не помните. Смотри, господи. Я купаюсь. Я вот помню, вот был такой это, буль-буль-буль. Да. Знаешь, мне это все напомнило City 17 из Half-Life 2. Если кто помнит, там была цитадель посреди города. Глянь туда. Это мы просто поставили именно здесь, и так получилось, что тут вот это дополняет вот эта башня, как будто это огромная цитадель. И там правит, угадайте кто? Собчак. Ну это, конечно, было неожиданно. Я хотел сказать на слово «пу», но лучше Волан-де-Морт. Так да. Вот, мы будем сегодня смотреть эту постройку или нет? Ну да, давай. Вот смотри, вот значит, это, я так понимаю, городок. Монорельс. Это монорельс, слушай, какой-то монорельс, странный. Чтобы добраться. Это какая-то трубочка, а почему такая трубочка вот эта странная? Это реально как на нет, монорельс? Мне кажется, смотри, здесь типа кабинка должна ставиться вот в этом месте. Потом типа вот она едет, опираясь на эти опоры, там доезжает вот до сюда, до этой станции, и все, люди выходят, и они дальше идут. Да понимаешь? Ты великан, слушай, я вот так смотрю, я так прикинул, слушай, да ты просто нереально огромный чел по сравнению со всем этим. Город под подошвой. Да. Так, ну смотрим, в общем, это какой-то жилой райончик был сейчас, там аэропорт. Кстати, это аэропорт, вот так можно взлетать. Полетел. Вот, значит, тут на монорельсе сюда можно вообще приехать. В воздухе висят воздушные шары. Вообще обалдеть. Ну, видно, да, тут есть какие-то стекло, которое их держит, но издалека реально похоже на воздушные шары. Очень прикольно. Блин, мне определенно нравится эта построечка. А это, походу, болотный биом, знаешь, болотная местность, как в Майнкрафте. И тут песочный и тут биом. Тут живет ведьма. И тут живет ведьма. И у нее есть электричество, стоит отметить. То есть у нее есть договора с городом, и ей туда электропередачу линию переетовали. Она трет ежей и создает статическое электричество. Мне кажется, если тереть ежей, у тебя вся рука будет в иголках. Хотя не, это дикобраз. Ладно, не суть. Так, да здесь у нас тоже какие-то потрошь, элитные домики. Тут элитные домики. А здесь, походу, стиральные машины. Нет, это вододобытчик, да, походу. Да, наверное. Или нет, я не знаю, что здесь такое. Но что-то тоже индустриальное. А блин, вот это, видимо, уже промышленный район как раз. Это да, вот тут есть беседка какая-то. А, это мэрия, судя по всему, слушай, вот это вот. Возможно, мэрия. Или какой-нибудь сан-городок, ну типа... Ну, судя по масштабности здания, либо мэрия, либо домик какого-нибудь богатого чиновника. Но судя по тому, что здесь есть парковочные места, ты прикинь, насколько детальная так-то постройка. Здесь парковочные места есть. Чё-то круто. Слишком. Жёстко. То есть целый, походу, мод был написан еще перед... Так вот, ну, типа, смотри, рельсы. Чтобы маленький. Детальки делать. Маленькие детальки, да, вон поезд. Это, я так понимаю, солнечные батареи. Блин, прикольно так походить, посмотреть. Так, это вокзал, это у нас городок такой большой. Здесь, по всей видимости, что-то должно было стоять, возможно... Возможно, я. Или Син. Вот, место такое специально подведенное. Да.
Вот, а еще дирижабль наверху, можно заметить, летает тоже. И домики, домики, какие-то небоскребы, типа небоскребы. У нас вот один небоскреб, прикинь. Вот если так теперь присмотреться ко всему этому и посмотреть наверх и увидеть эту огромную цитадель, это внушает некую, знаешь, такую трепет, что ли. Такую... Я бы такой фильм посмотрел, где типа есть вот один город и одна гигантская цитадель размером с несколько городов. Действительно, это так-то жёстенько. Вот, потом здесь и тоже... И потом люди решают сопротивляться, и в какой-то маленькой деревушке появляется девочка, которая идет на голодные игры. Оу, ма, гад, где-то я это уже видел. Да не может быть. Так, тут у нас и растет морковка, значит, тут у нас какая-то... О, смотри, разводные мосты. Капуста, значит, капуста. Вон кукуруза, разводные мосты. Вам нужно обратиться к психологу, у вас в семье проблемы, вы разводитесь. Да, или лохни мамонт, разводили как могли. Вот. Значит, я одного не пойму. Вот это красное что, это редиска, что ли? Это редька. Хрен, который, знаешь, не слаще редьки. Ага, возможно. Это тростник. Это тростник. Капуста. А это более продвинутая цивилизация, по всей видимости. Здесь индустриальный район. Вон, видите... Вон вообще пароход, смотри, плывет. Дым из трубы валит, пароход. Это пара... Та... Птароход. И... Птароход. Та... Та именно. Птароход. Птароход. Именно. Ладно. О, кажется, там я вижу стадион, дружи. Это же стадион, да? Та-та-та-та-та-та. Можно сюда сесть. Заняли места просто, знаешь. Сейчас будем смотреть, как маленькие человечки играют. Знаешь, когда человек занимает сразу два места, ему говорят, что такой толстый, что ли? Ну, типа, знаешь, ну, типа шутка юмора. Вот. Mm-hmm. А кто мы тогда? Мы садимся сюда и занимаем около 1000 мест сразу. Ну, знаешь, нам можно. Нам можно, да. Мы гигантские дяди. Мы настолько гигантские, что даже не видим жителей этого города. Буга. Ого, смотри. Канализейшн. Нет. Это, я так понял, гидростанция. То есть, вот смотри, вот здесь вот стоит барьер, типа от воды. А, точно, это дамба. Они постепенно выпускают определенное количество воды, а здесь вот крутится вот этот механизм, вырабатывает электричество. Как они все продумали, какие они молодцы. Как прикольно. А смотри, а здесь... Я, кстати, не замечал, что, оказывается, еще и это самолет летит. Самолет летит? А, еще один аэропорт? Слушай, а ведь там есть уже один аэропорт какой-то. Два аэропорта, вы прикиньте. То есть я сбить самолет хочу. Я могу быть самолетом, да, это... А вон реально самолет вижу. Но я сейчас сразу только увидел. Сейчас, смотри, я, короче, взлетаю, такой... Я лечу, такой... И приземляюсь. А ты знал, что здесь, оказывается, есть ступеньки и переключатель еще? Да? Серьезно? Да. Ого, а что делает переключатель? Не знаю. Это ночной город! Ух ты, ё-моё, он активировался, он ожил! Он ожил, он еще и... Ой. Офигеть, там эти крутятся, которые... Вентиляторы. Мельницы, которые электричество вырабатывают. Ну правильно, все логично, они закрутились, электричество стало вырабатываться, и жители... Смотри, довольны. Сигнальные огни горят, чтобы самолет не попал под удар, там, не столкнулся с высоким объектом. Офигеть, ну-ка подожди, если связи открыть. О-о-о, вот это красота. Кстати, ну-ка, давай посмотрим, что происходит в избушке на курьих ножках, типа. Там вообще дискач какой-то, зацени. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут, да. Отвисает там с чертями. Отвисает там с чертями. Ла-ла-ла-ла-ла. О, смотри, тут стройка идет еще. Вот этого можно было не заметить из-за выключенного света, да. Ого. А, я понял, этот. Это не монорельс, это мост строят только. Ничего себе! Ничего себе! Вот это любовь к деталям, ребят! Вот это клево! Я люблю. Мы и так уже восхищались этим городом, а он, оказывается, еще работает. Прям. Он еще и работает, действительно. Прикинь, если бы мы этого не заметили. Вот живёт. Это просто вот было бы стыдно. Не посмотреть все это. И знаешь, так вот, если посмотреть, мне кажется, что где-то на просторах воркшопа есть продолжение этого города. Возможно, надо будет посмотреть. Да. Смотри, тут тоже стройка идет. Тут гора. Тоже кран. Кстати, я не замечал сначала, пока свет не включили, что в горе оказывается тоннель. В горе тоннель, да? Ага, и правда, вон, гляньте, ребят.
И он как раз выходит, ну-ка. Да, и он выходит вон там, нормально. Чё-то, знаешь, захотелось поиграть в City Skyline, если ты помнишь такую игру. Да-да-да. Вот. Чего-то прям мэром себя почувствовал. В пустыне тоже, кстати, вот, цвета нет. Маяк крутится. О, здесь еще даже вот в центре какой-то вулкан есть. Людям-то не повезло, они рядом с вулканом живут. Маяк крутится, обалдеть, да. Пароходик тут. Блин, сколько вот смотрю, и постоянно что-то... Продуманный, классно. Столько вещей. Да, и каждый раз детали какие-то попадаются. Вон, смотри, какая-то беседка тоже. Я до этого вообще, прикинь, вот этот вот пароход не заметил, пробежал мимо. Да, блин, тут я много чего пропустил, не заметил. Бродим. Я сейчас, знаешь, что хочу сделать? Я хочу взять домкрат, подняться и посмотреть... На все это с высоты, да. Ну вот это уже повнушительнее. Вот это уже красиво, да. Вот чем вот такие дела, ребятки. Да, если... Думаю, вам понравилось. Вот ставьте лайки. Чтобы было побольше таких вот роликов, где мы обозреваем подобные постройки. Да, даже? Да, это просто красота. Это просто обалденно. Вот. А на этом всем удачки, всем пока и всем тортик. Тортик. Всем утку. Утку. Живую в дом. Вот, да, нормально, слушай. Может, ее еще и присобачить надо? Можно и присобачить. Можно и присобачить. Убирай вот эту вот штуку свою, вот эту вот. Нет. Я боюсь, только на меня упадет. Ты просто подойди сюда и поставь домкрат рядом со мной, чтобы он на тебя не упал. А, ну да, логично. Водичка, так. Опа. Ну, ты как бы это... Мне кажется, что здесь нормально и без этой штуковины, но все равно... Да. Обезопасюся. Обезопасися. Обезопасися, блин. Я такой обезопасисенный. Короче, манал нафиг. Итак, ты, мне кажется, не присобасисишь. Это все дело. Обезопасюсь. Писюсь, блин. Касюсь.